Кто вы? Я Владимир Камина. Что вас волнует, Владимир? Понимаете, я люблю девушку, но она хочет вернуться в Россию. Я не знаю, что делать. Здесь вам поможет водка, тоник и перец. Миша, Андрей и я приехали летом 90-го года в Берлин. Мы все были так счастливы, что следующие полгода казались нам настоящим раем. Однако на самом деле они обернулись настоящим адом. За наш успех! За наш успех! Мы были молоды и бедны. Германия была для нас самым подходящим местом. Привет. Мы толкнули ее. Что мы сделали? Мы продали ее по хорошей цене. За хорошие бабки? Вы из России? Да. Эй, русские, вы когда-нибудь заткнетесь? Должен вам сообщить, что за нарушение закона вам грозит заключение под стражу на 3 месяца. Дайте нам пройти. Бежим! Что теперь? Раньше все евреи стремились стать русскими. А сегодня все русские лезут в евреи. Хотя для этого не нужно ничего особенного. Да, определенно, это по-русски. Я хотел бы тебе все объяснить, но все оказалось таким сложным. Вот это супер. Я нормально супер гуд.